У меня есть несколько каталогов, которыми я пользуюсь для того, чтобы определять какие-то банкноты и монеты. Вот один из совсем новых каталогов, который ко мне приехал, это каталог Максима Загребы. У меня несколько есть в наличии. Ссылочка на мой телеграм будет в описании. Напишите, кому нужно по хорошей цене. Это каталог уже свежий, на 2020 год. Здесь показаны разные монеты. Давайте я немножко полистаю страницы, чтобы вы увидели, что тут есть. Конечно, тут есть информация, характеристика по количеству начеканенных монет, информация по стоимости монет. Это очень полезно, я считаю, для тех, кто хочет инвестировать в монеты. Расширен список обиходных монет, как мы видим сейчас. Есть категории по разновидностям. Вот так вот они указаны. Также наша обиходка, английский чекан. Ну, цены уже актуальны на сейчас. Интересно, что добавлены из новых наборов монеты, конечно же, с обновленными ценами. Новая гривна появилась. Вот указано, что у нас есть в пруфе, в состоянии, кстати, монетки. Вот новые 10-гривневые монеты. Также те, которые планируются в наборах публиковаться. Роллы. Видите, это довольно тоже интересно. Стоимость и наконец-то сформирована стоимость на роллы сейчас. Монеты вот такие вот, да, которые Национальный банк у нас выдавал. Шаги, которые вот я 50 шагов себе приобрел. Обзор на каналчике у меня есть. Очень хочу себе монету один шаг положить в коллекцию. У кого будет на продаже или знакомый, кто продают, ребята, напишите мне. Действительно, для себя, для коллекции хочется. Наборы. У меня некоторые альбомы, наборы есть уже, опубликованы на канале. И дальше у нас обычные юбилейные монеты. В принципе, все стандартно. Монетка, которую мы ждем, пектораль. Хит, можно сказать, этого нового года. И в целом и очень редкие жетоны Национального банка. В целом книга ничего. Я бы советовал, действительно хорошая книжка с редкими монетами, с жетонами, которые вы фактически нигде не можете увидеть. Кстати, вот такой вот я хочу себе приобрести. У кого есть, с гладким куртом, напишите мне. Вот. Пластины когда-то у меня были, к сожалению, не снял обзор, быстро их там поменял. Надо было, конечно, заснять. Тогда я еще не вел свой канал, но монетки у меня уже такие довольно интересные были. Щедрик мы увидели, монетка пролисталась. Ну, вот такие замечательные наборы. Книжечка будет в наличии, друзья, так что кому нужно, пишите. Действительно, некоторые монеты, которые вы просто-напросто даже не видели вживую, они есть только в этой книге. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока.